Всем пиксельный привет! Вы на канале Pixelenger. И в этом видео я покажу, как нарисовать по клеточкам вот такой яркий рисунок, яркую картинку. Милый котик на фоне голубого неба с облаками. Еще здесь есть травка и яркие цветочки. Чтобы нарисовать этот рисунок, берем черный фломастер для контура, коричневый, светлый, темный, два голубых посветлее, потемнее, два зеленых, светлый и темный, желтый и три розовых, один поярче и два посветлее. Сначала берем черный фломастер или маркер и нарисуем контур котика. Я начну рисовать от нижнего угла странички слева. Я начну рисовать от этой клетки, вверх отсчитываю 6 клеток. И вправо 7 клеток. И закрашиваю здесь одну клеточку. Идем по диагонали вверх-влево и закрашиваем вверх 4 клеточки. Теперь здесь по горизонтали закрашиваем 3 клеточки. От этой клетки идем вверх, закрашиваем 2 клеточки по вертикали. Идем по диагонали влево, закрашиваем 2 клеточки по горизонтали влево. И здесь по вертикали закрашиваем 2 клеточки. От этой клетки перепрыгиваем одну клеточку вверх, отмечаем клетку, здесь соединим 2 клеточки, нарисуем длинную полоску. Теперь от этой клетки перепрыгиваем вверх одну клеточку и закрашиваем одну клетку. Начинаем рисовать голову котика. От нее идем по диагонали влево, закрашиваем 2 клеточки влево. Еще идем по диагонали влево, закрашиваем одну клеточку. И идем по диагонали вверх-влево, закрашиваем 4 клетки вверх. Теперь поворачиваем вправо по диагонали, закрашиваем вверх 2 клетки. Идем по диагонали вверх, вправо, закрашиваем вверх 6 клеток. Поворачиваем вправо по диагонали, закрашиваем 3 клеточки вправо. Рисуем ухо котика. Теперь идем вниз по диагонали, закрашиваем 2 клеточки вправо. От этой клетки идем вниз и отмечаем вправо 9 клеток по горизонтали. Кто со мной рисует по видео, не успевает, отмечайте вот так клеточки, обводите контур. А закрашивайте клеточки позже, ставьте видео на паузу и закрашивайте. Здесь вверх идем, отмечаем одну клетку и закрашиваем. Идем вверх по диагонали вправо, отмечаем 3 клеточки вправо, закрашиваем, рисуем второе ушко. Теперь здесь идем вниз по диагонали, закрашиваем 2 клеточки вниз. От этой клетки идем вправо и закрашиваем вниз 5 клеток. От этой клетки идем по диагонали вниз, вправо закрашиваем вниз 2 клеточки. Еще идем вниз по диагонали, закрашиваем 4 клеточки вниз. Теперь поворачиваем влево по диагонали, закрасим сначала одну клетку. Идем вниз по диагонали, закрашиваем 2 клеточки влево.
Еще идем по диагонали влево, закрашиваем одну клетку. И теперь идем вниз по диагонали, отмечаем клеточку. И соединяем вот эти две клетки. Здесь рисуем длинную полоску по горизонтали. Даже не считаем клеточки. Теперь от этой клетки идем вниз и закрашиваем три клетки по горизонтали вправо. Здесь идем по диагонали вниз, влево, закрашиваем две клеточки по вертикали. Рисуем вторую лапку котика. Идем по диагонали вниз, вправо, закрашиваем здесь три клетки вправо. И здесь по вертикали закрашиваем три клеточки. Теперь нарисуем нижние лапки котика. От этой клетки идем вниз по диагонали вправо, закрашиваем три клеточки вправо. Идем по диагонали вверх, вправо закрашиваем здесь одну клетку. Идем вверх по диагонали вправо, закрашиваем 4 клеточки по горизонтали. Теперь вниз по диагонали вправо закрасим еще одну клетку. Идем вниз по диагонали, здесь 3 клетки закрасим. Теперь идем вверх по диагонали, закрашиваем 3 клетки вверх. Идем по диагонали вверх, закрашиваем здесь 2 клеточки по вертикали. А от этой клеточки идем вправо, закрашиваем 2 клетки вправо и нарисуем контур хвоста. Идем вверх по диагонали, закрасим 2 клетки вверх. Здесь по диагонали одну клетку закрасим. Еще идем по диагонали, закрашиваем 2 клеточки вверх. Идем вверх по диагонали, закрасим 3 клетки вверх. Здесь поворачиваем влево по диагонали, закрашиваем 2 клеточки по горизонтали. Идем вниз по диагонали, здесь закрасим одну клетку. Идем вниз по диагонали, вот здесь закрасим 3 клеточки по вертикали. Теперь дорисуем 3 полоски на голове котика. От этой клетки идем на клеточку вправо и вниз. Закрашиваем 3 клетки по вертикали. Перепрыгиваем клеточку вправо, закрашиваем еще такие же 3 клетки по вертикали. И перепрыгиваем еще одну клетку вправо, закрашиваем такую же полоску 3 клетки. Теперь дорисуем глаза котика. Находим вот эту клетку и от нее пропускаем 3 клеточки вправо. На четвертой останавливаемся. Закрашиваем 3 клетки по вертикали. От этой клетки идем на клеточку вниз и вправо. И закрашиваем вниз 3 клетки по вертикали. Теперь здесь еще идем правее, закрашиваем здесь 2 клетки по вертикали. А от этой клетки вверх перепрыгиваем одну клеточку и закрашиваем здесь одну клетку. Теперь от этой клетки пропускаем 2 клеточки вправо. На третьей останавливаемся, здесь будет нос котика, закрашиваем одну клетку. Перепрыгиваем одну клеточку вправо, закрашиваем еще одну клетку. И здесь посередине выше еще одну клетку закрасим.
Теперь от этой клетки пропускаем 2 клеточки вправо, идем вверх и закрашиваем 4 клетки по вертикали. Здесь идем правее, закрашиваем 3 клетки по вертикали. Теперь от этой клетки перепрыгиваем клетку вправо, закрашиваем 1 клетку. И перепрыгиваем здесь вниз 1 клетку, закрашиваем 1 клетку. И черный фломастер для этого рисунка больше не нужен. Теперь будем рисунок раскрашивать. Сначала я беру голубой фломастер потемнее и в глазах вот эти 2 клеточки закрашу голубым. Беру ярко-розовый фломастер, закрашу здесь 1 клеточку. Теперь беру розовый фломастер немножко посветлее, отмечаю здесь 2 клетки и ниже 4. Закрашиваю 1 щечку. И с этой стороны здесь 2 клетки и здесь 4. Теперь в ушах котика отмечаю здесь 3 клетки, здесь 1, и с этой стороны здесь 3 клетки по вертикали, здесь 1, и закрашиваю. Теперь беру коричневый фломастер потемнее, отмечаю клеточку, здесь 3 клетки, здесь 2 по вертикали, здесь 2 по вертикали, теперь здесь 2, здесь 1, здесь 2. Здесь вот эти 3, еще 3, и здесь 4, и закрашиваю. Теперь темно-коричневым цветом закрашу здесь 2 клеточки, здесь 1, здесь 2, вот эти 4. Теперь на лапках здесь 1 клеточку закрашу, здесь 2, здесь 1, вот эти 2, и на хвосте отмечаю вот эти все клетки, и здесь 2. Теперь беру коричневый фломастер посветлее, отмечаю здесь 1 клеточку, вот эти 4 клетки будут светло-коричневые, здесь 1. Здесь 2, с этой стороны 2, здесь провожу контур 3 клеточки вниз и обвожу здесь 1 клеточку, здесь провожу контур. На хвосте вот эти 3 клетки будут светло-коричневые и на мордочке провожу здесь контур. Здесь 1 клеточка вправо, клетка вверх, 4 клеточки вправо, клетка вниз, 2 клетки вправо и здесь. И закрашу вот эти клеточки и эти светло-коричневым. Теперь берем другой светло-розовый фломастер и здесь закрашиваем 1 клеточку. Здесь всю вот эту полоску по горизонтали. Здесь 2 клеточки. В лапке здесь 2. Здесь в лапке 3. Здесь отмечаем 3 клетки, вот эти 3, вот эту всю полоску закрасим, здесь еще 1, здесь отмечаем по вертикали все эти клетки, здесь 1 и здесь 1. И на хвосте вот здесь 3 клеточки закрасим. Можно рисунок оставить таким, как есть, но я нарисую фон рисунка. Нарисую зеленую травку и небо с облаками. Сначала беру темно-зеленый фломастер и вокруг котика закрашу несколько клеточек темно-зелеными. И в любом месте можно нарисовать еще несколько клеточек. Рисуем цветы на полянке.
Возле этих зеленых клеточек закрашиваю несколько клеточек ярко-розовым. Рисуем яркие цветочки. Теперь беру светло-зеленый фломастер и вот эти все белые клетки буду закрашивать светло-зеленым. Теперь беру светло-желтый фломастер и часть фона закрашу светло-желтым цветом, провожу контур. И закрашиваем. Теперь беру светло-голубой фломастер и нарисую сначала контуры облаков. Теперь можно закрасить вот это все небо голубым цветом, а потом раскрасить облака. Снова берем розовый фломастер и в облаках нижней клеточки закрашиваем розовым. И вот такой пиксельный яркий рисунок можно нарисовать в обычной тетрадке в клетку обычными фломастерами. Милый котик на ярком фоне. Кому понравилась моя идея рисунка и это видео, не забывайте ставить лайк под видео и подписывайтесь на канал Pixelenger. Всем пока-пока, до новых встреч на канале!